Министерство транспорта Донецкой Народной Республики сделало заявление в связи с новыми правилами пересечения на линии соприкосновения, введенной Украиной. Глава Министерства транспорта ДНР Семен Кузьменко сделал срочное заявление относительно вступления в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения на Донбассе. Ужесточение мер пересечения линии соприкосновения Донецкой и Луганской народных республик с территории Украины доказывает, что служба внешнего управления Украины недовольна исполнительной властью на местах и тем, что приказы Киева не выполняются так, как им хотелось бы. Желание увеличить и ужесточить контроль оборачивается усложнением процедуры пропускного режима для граждан. При этом нарушается право самих граждан и ряд законов об информации. Данная система не может упростить процедуру. Наоборот, появляется масса трудностей, вытекающих из расширения перечня запрета на пересечение линии соприкосновения. По уровню информатизации Украина не занимает передовые позиции. Из этого следует, что для внедрения нововведенной системы привлекались представители иностранных государств с целью усилить внешнее управление Украиной по вопросам соприкосновения с территориями ДНР и ЛНР.